Добрый день, дорогие друзья! Как я вам и обещала, сегодня мы будем говорить о балете, причем сразу с большим количеством гостей. Их у меня четверо. Могло бы быть еще больше, но у нас просто не помещается. А за этим столом. Я не хочу, чтобы Коля тут сильно заскучал, хотя он поразительно дисциплинированный ребенок, который очень тихо сидит и внимательно слушает. Но мне очень интересно, как ты вообще попал в эту хореографическую школу в Санкт-Петербурге? Сначала пошла сестра, я посмотрела на несколько спектаклей, мне понравилось, и я решила тоже пойти. А сестра твоя старшая? Средняя. Средняя. Школа. Сколько у вас детей в семье? Три. Трое. Ты самый маленький? А кто-нибудь у вас дома танцует? Из родителей? Нет. Старший? Нет. Ты пошел, что ты увидел? Какой первый был спектакль, который ты у них увидел? «Снежная королева». «Снежная королева». И понравилось тебе так? И ты сам попросился танцевать там? Да. Что ты танцуешь сейчас в Нью-Йорке? В каких ролях ты занят? В «Шуте». «Шут» – это в «Лебедином озере», да? Да. А, там довольно сложная партия, прыгучая очень. Ты кого-нибудь видел из взрослых танцовщиков в этой партии? В этой нет. Никогда не смотрел? Вот я тебе советую, кстати, в Большом театре очень интересный «Шут», очень талантливый и с большим чувством юмора. Тебе приходится показывать свое чувство юмора в спектакле, в роли «Шута»? Да, приходится. А когда тебе дали первую роль, вот такую серьезную большую роль, что ты мог выйти уже на сцену как солист? Ты помнишь этот момент? Нет, не помню. Так это все слилось одно, да? Ты с 7 лет танцуешь, да? Да. С чего все начиналось? Просто классы, конечно. Ты выходил на сцену сначала в кордебалете, в группе. Как это было? Сначала я выходила в «Лебедином озере» пажом. А, просто носил шлейф за кем-то, да? Да. А как часто приходится на классы ездить? На занятия? Практически всю неделю. Каждый день? Есть выходные? Бывают суббота, воскресенье? Да, бывают. А ты живешь далеко от школы? Да. И сколько тебе надо ехать? 2 часа. В один конец? Или в два? В один. В один конец 2 часа. И сколько времени в школе ты проводишь? 4 часа. 4 часа. А как у тебя с общеобразовательными предметами? Это там же все есть или тебе приходится как-то совмещать? Мне приходится как-то совмещать. И что, вот, например, сейчас вот ты уехал сюда на гастроли, а что происходит с арифметикой и биологией? Я их учу. Вы возите с собой учебники? Да. С вами кто-то занимается, когда вы вот сюда приезжаете? Ну, у нас проверяют наши учители по балету. То есть они у вас и педагоги, и папы, и мамы, и да. Все. Но это интересно, тебе нравится такая жизнь? Да. Ну что ж, друзья, я думаю, что самое время сейчас посмотреть еще один фрагмент из спектакля. А мы тут упоминали «Снежную королеву». И в этом, вот вы увидите, как выглядит этот спектакль. Вот интересно, обычно в балетных школах всегда меньше мальчиков. А интересно, откуда голландский взялся? Из Голландии. Нет, я имею в виду, каким образом? У вас там школа? Да. Вы туда тоже ездил? Да. И вы вместе занимаетесь? Вот сейчас, например, у вас ведь должны быть какие-то, наверное, уроки хореографические, классы, да? Да. И по-прежнему они идут каждый день, да? Да. И вот когда вы занимаетесь с ребятами американскими отсюда, из Нью-Йорка, вы с ними общаетесь как-то? Ну да. Да? Есть возможность поговорить? Да. Они все говорят по-русски? Нет. Не все. А вы все говорите по-английски? Да? Угу. Они стараются. Ну молодцы. Это совершенно замечательно и очень-очень интересно. И у нас есть, по-моему, еще один фрагмент. Thank you.